Здравствуйте. Нам нужно забрать автомобиль с платной стоянки. Куда обращаться? Документы на машину, водительскую. На здании фотосъемка разрешена только с разрешения руководителя. Мужчина, вы слышите, что я вам говорю? Почитайте рядом с дежурной частью, там все написано. У нас аж две камеры снимают, а их нельзя. Ай-яй-яй. Да не за что. Сплетни распускаете? Послушайте, я же видел, что вы написали. Что я написал? Про то, что присвоили деньги чужие. Я такое написал? Вы такое написали, да. Покажите, у вас есть сейчас телефон показывать? Я не буду вам ничего показывать, идите подошли. Я не буду вам ничего. Да потому что не надо брать. Потому что это брать. Ваш канал. Канал мой, но комментарий не мой. И комментарий. И комментарий не мой. Потому что там стоит именно ваш никнейм. Как они запереживали. Сам комментарий написал, а теперь на меня бочку катят. Хорошо, тему кошелька тут хорошо обсуждают. Говорю, фартануло, что да, фартануло, что заявление написали. Почему у вас нельзя ввести видеофиксацию? Там написано. На заборе тоже написано. Сошлитесь, может быть, на норму права какую-то, нет? Раз вы проявили инициативу. Не хотите пообщаться? Под видеозапись. Вот я вам на будущее советую не влезать своими советами насчет видеосъемки. А то все такие умные. Все комментарии, которые должны быть даны, они прозвучали.